В будущее СРЖД, гласит один из лозунгов ведомственного детского сада номер 75. Но не забывают здесь и о прошлом. На примерах героических предков детям прививают любовь к истории родного края, уважение к труду железнодорожников и к ратному подвигу, совершенному в годы войны. Дети войны – детям мира. Такие акции воспитывают любовь к родине, гордость за ее героическое прошлое. Учат помнить о подвиге народа во время Великой Отечественной войны. В процессе подготовки к мероприятию ребята много узнали о том тяжелом времени его символики. Георгиевская ленточка. Это что такое? Ты знаешь, что это такое? Это символ нашей победы над фашизмом. Для коллектива РЖД очень важна преемственность поколений, поэтому на празднике рядом с правнуками их прабабушки, которые в первые дни войны были совсем немного старше. Лидии Анисимовне Ставцевой было 8. Она отчетливо помнит бомбежки, убежища. Для ветеранов очень важно, что их потомки знают о войне лишь по рассказам и растут в таких прекрасных условиях. Я очень рада, что детки, которые... Сейчас здесь я их вижу, живут в таком замечательном, красивом, уютном детском саду. И хочу их поздравить с большим наступающим праздником, днем окончания грозной, великой, долгой войны, которая называлась Отечественной войной. Ребята узнали о том, что такое солдатский треугольник, и сделали стенгазету с использованием архивных фото. А еще они прошли бессмертным полком. В память об этом дне воспитанники детского сада вместе с ветеранами посадили яблоню, как символ плодородия, здоровья, любви и красоты. Светлана Бабарыкина, Артем Ревуцкий, телеканал «Первый». Областной.